Около полуночи житель 17-этажной новостройки в центре Хабаровска вызвал экстренные службы города из-за подозрительного предмета, обнаруженного им в подъезде. В оперативном порядке на место выехали пожарные, полицейские и медики. Пока спасатели разматывали брезентовые рукава, на случай, если что-то все-таки пойдет не так, патрульные отправились в подъезд, чтобы выяснить, что стало причиной паники. Внимание жильца привлекла небольшая коробочка, лежавшая на крыше пожарного щита. Прибор чем-то напомнил мужчине взрывное устройство. С чего горожанин подумал именно так, оставалось непонятным. Упаковка была выполнена из картона, никаких проводов и лампочек, которые обыватели обычно принимают за признаки бомбы, не было. Еще более незамысловатым оказалось содержимое коробки. Внутри были спрятаны шурупы и мелкая мебельная фурнитура. Выяснив, что нанести вред такое наполнение не может никак, полицейские дали отбой остальным представителям чрезвычайных ведомств. Утилизировать якобы опасный предмет не стали, на случай, если забывчивый хозяин решит за ним вернуться. Слишком мнительному жильцу пришлось предоставить полицейским письменное объяснение. С места происшествия Кирилл Новиков, Ольга Соколова и Алексей Овчинов.